человека от объекта в галерее 1445, это выставка Игоря Иванова, это в основном всякие такие висячие объекты. Я бы сказала, что тут похоже на рельеф, но здесь не классический, а здесь тут поют, а такой как бы новый, созданный из мусорных предметов. А все работы имеют определенные авторские названия. А созданы они в период, в общем, довольно длительный, это 2004 года, в основном такой 18-19-20 лет. Вот тут так, как бы такая интересная гамма, но это было задолго. Очень многие, некоторые работы в форме животных, таких лягушек, потом что увидим. Ряд работ – это метафизическая форма вот этого круга, этого цикла, да, в которой часы, зодиак, прочие всякие крутейники, вот это древнейшие системы. Это единственные символы, так сказать, вертикали космические. Вообще космическая тема, конечно, ведущая. Тема времени, вот эта рамка времени называется, когда объекты, вот эти, которые такие сделаны из разных колес, из кусочек запчастей. Вот у нас украинские сентябрьские платки. Ну и, соответственно, всякие другие приятные моменты у нас есть. Тут еще просто экспозиции такой небольшой. Вот, просто всякие вешалки висят. Наверное, не очень-то красиво. Вот. Но тут просто своеобразно, как издалека покажу, тут 12 маленьких объектов и знаки зодиака, стрелец и рыба. И там, во-первых, голова Майя, и тоже какой-то другой. Такой интересный. Вся такая красивая метафизика. Для мужа царевна, конечно, да, породина, как царевна советский, да. Потом мы, собственно говоря, что здесь еще видим, это логи, когда вот это был Нитиане, если не сбилось. Просто ряд работ, они называются индийскими терминами. Ну, есть такая тема, что Махабхарата и все эти индийские эпосы, это было тоже от современной техники, просто тем языком, который, вот, когда появилась цивилизация, как они могли это выразить. И здесь мы видим тоже похоже на какой-то зодиакальный круг, это какой-то гороскоп, потому что животные повторяются, салаты будут два раза. И при этом это что-то такое все-таки, ну, авторское, интересное. А Игорь говорил, что вот эти всякие запчасти, они, соответственно, находятся даже буквально по воде некоторые с такой вот, ну, вот очень интересная работа, вот это, наверное, моя любимая, это такой осколочный красивый витражный свет. Она называется, вот я еще неправильно ударить, скажу, Вимана, наверное, все-таки зеркальная. А Вимана или Виман, не знаю, правильно, это индийская колесница, тоже Махабхарата, насколько я помню. И вот тут тоже кольца Ориона, да, тема равновесия, тема вот всякого времени и прочего. Да, и потом некоторые объекты, они все-таки не круговой формы и не похожи на картины. Вот такие, например, объекты. Потом, как сам говорил автор, некоторые работы, это такой предполагаемый футуризм, то есть футурология, пардон. Вот это, допустим, каким было бы католичество в космосе. Вот что-то вспомнилась такая книга. Боже мой, как это называется? Да, про крестоносцев в космосе, когда их инопланетяне украли. Честно, забыла название автора. Ну, это, по-моему, Гарри Гаррисон. Фильм написал. Честно, название не могу помнить. Бывает. Вот такие солнца, шестеренки. Собственно говоря, технические всякие вещи, да, новые территории писали, технические изобретения человечества, они связаны в природных формах. Человечество так особо не сочиняет. И вот орбиты, вот такие, как будто хочется покрутить. Потом автор говорил, что вот даже чужие рода, вот эта вот серия пирамиды всякие, будущее, что на основе телевизора. И что это гораздо интереснее, чем обычный телевизор, потому что обычный телевизор клик, кларк, такая вот суета, а то снизу зерцать, вообразуется какой-то космический отшельник, там, не знаю, в космической пустыне, в открытом космосе, вот туда, на колесо обозрения, тут сансары, и крутится, 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 как будто черепушки, а сам видят детальки. И классические игрушечные рыбы, и космос. В общем, приходите в галерею 1445 и посмотрите на приятности. Вернее, не приятности, а философию. Потому что на самом деле ничего такого милого. Это будущее, которое в каком-то плане уже наступило.